Добрый день, уважаемые друзья! Многие из вас слышали известную поговорку «старость не радость», а возраст – это всего лишь цифра. И многие люди доказывают, что нельзя быть слишком старым, чтобы успешно начать делать что-то новое. А вам интересно узнать, на какие подвиги способны люди старшего поколения, которые не хотят сидеть развалиной, а желают гореть и дерзать, покоряя вершины, о которых, может быть, мечтали всю жизнь. Тогда смотрите. Исполнить свою мечту в свой столетний юбилей решил британец Вердун Хайес. Именно в этот день он прыгнул с парашютом с высоты в 3000 метров, установив новый мировой рекорд. Он стал самым старым человеком, который прыгнул с парашютом. А вот рекорд по прыжку с тарзанки в столь почтенном возрасте принадлежит Гельмуту Вирц, проживающему в Германии. Ему было почти 84 года, когда он совершил прыжок в Дуйсбурге в августе 2008 года. Эрнестина Шепард является доказательством того, что возраст многим делам не помеха. Она самая пожилая женщина-бодибилдер, и недавно ей исполнилось 80 лет. Бодибилдингом она начала заниматься в 56 лет. С тех пор она выиграла 2 титула в этом виде спорта и даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Секретом своего успеха Эрнестина считает девиз «никогда не сдаваться». Дороти Делоу по праву считается одной из самых выдающихся и самых пожилых спортсменок, когда-либо игравших в настольный теннис. Ей было 97 лет, когда она представляла Австралию на 14-м чемпионате мира по настольному теннису в Бразилии в мае 2008 года. Звание старейшего игрока в настольный теннис по версии Книги рекордов Гиннесса отнюдь не самое великое сокровище Делоу. Настоящие чудеса она хранит в своем сердце. У нее незаурядное чувство юмора и заразительная жизнерадостность. Торнадо в тюрбане называют марафонца Фауджа Сингха. Это живая легенда, человек, который доказал, что радость и человеческий дух способны творить чудеса. Он 7 раз участвовал в марафонах. Это дистанция в 42 195 метров. Во всех из них он участвовал после 89 лет. И даже установил в 2003 году в Торонто мировой рекорд в своей возрастной категории, пробежав дистанцию за 5 часов 40 минут. В 2011 году вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой марафонец, пробежав полный марафон в возрасте 100 лет. Сейчас ему 106 лет, и он все еще бегает. 84-летний японский альпинист Юитиро Миура 3 раза покорил вершину самой высочайшей горы Эверест. Во время последнего восхождения в 2013 году в возрасте 80 лет он побил мировой рекорд, став самым старым покорителем Эвереста. Пообещав оставить Эверест в покое из-за проблем со здоровьем, он перенес 4 операции на сердце. После покорения вершины он чрезвычайно ослаб и совершенно не мог передвигаться на своих ногах. Спуститься с Эвереста ему помог сын Гота, тоже опытный альпинист, который дважды поднимался на Эверест, и команда подготовленных спортсменов, которая сопровождала Миура на протяжении всего путешествия. Кенийец Кимони Нганга Маруги прославился как самый старый школьник в мире. Он впервые пошел в начальную школу в 2004 году в 85 лет. Пойти учиться африканцу помогла реформа, в результате которой в стране появилось бесплатное начальное образование. Свое обучение в начальной школе он начал, когда уже был прадедушкой, отцом 5 детей и дедом 30 внуков. Свое безудержное стремление Маруги объяснял желанием прочитать Библию и надеялся, что полученных в школе знаний будет достаточно, чтобы овладеть профессией ветеринара. До получения свидетельства о начальном образовании Маруги не дожил 2 лет, но еще раз подтвердил, что учиться никогда не поздно. Еще при жизни Маруги был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый в мире человек, решивший получить начальное школьное образование. Пожилой возраст совсем не помеха для создания семьи и даже рождения детей. 500 человек имели честь присутствовать на свадьбе у 120-летнего жителя Хази Абдулла Ноара и 60-летней Самои Биби в индийском штате Ассам. Как для жениха, так и для невесты этот брак стал вторым. Теперь Биби стала членом семьи, которая насчитывает 122 человека.
Многие из падчериц и пасынков старше ее. Семейная пара из Тайваня, прожившая вместе 85 лет, официально признана самой старой парой в мире. Рекорд, поставленный 103-летним Ли Юнг Янгом и 102-летней Янг Ван, которые сочетались браком в апреле 1917 года, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы отметить это событие, собрались 40 из их 110 детей, внуков и правнуков. Иранец Малик Аран в 124 года стал самым старым отцом в мире. Ребенка ему подарила седьмая по счету жена Хафиза, которая моложе мужа на целых 100 лет. Если это видео наберет хотя бы 50 лайков, то мы вам расскажем о пожилых людях России, также достойных восхищения. Поверьте, нам есть чем вас удивить. Если вам понравилось это видео, продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.